Это колокол моей деревни. Он звонит по утрам, возвещая начало занятий в школе. А если колокол звонит вечером, это значит в селе пожар или общее собрание колхозников. Ой, жарко. Раскрой зонтик. Только скорее, скорее, а то в школу опоздаем. Ну, что там? Не мешай, Мурада. Идем, идем, сыночек. Моя бабушка частый гость в нашей школе. Можно смело сказать, что десятилетку мы оканчиваем с ней вместе. Не торопись, бабушка, а то упадешь. Ой, чертенок. Ах ты, паршивец! Лоботряс несчастный! И когда ты начнешь учиться как человек? Все дети как дети, а ты только позоришь свою бабушку. Как я людям в глаза буду смотреть? И в кого ты только уродился, горе-то мое? Ну скажи, кто в нашем роду был не ученый? Ну кто? Чего ты от меня хочешь? А чего я хочу? Смерти твоей хочу. Трудно, что ли, по-русски научиться? Ведь вся Россия говорит по-русски. А твой дедушка только всего 7 лет жил в России. Так начальник почты Иван на что уж русской, но и тот так языка не знал, как твой дедушка. Да что вы говорите? Да-да, смейся, смейся. 2 часа подряд твой дедушка говорил с Иваном по-русски. Говорит, а сам руками размахивает, как будто на барабане играет. Бабушка, почтальон идет. Здравствуй, Ольга. Здравствуй, Рожден. Как поживаешь? Хорошо, спасибо. Дай тебе Бог здоровья. Целых 2 часа, разинув рот, слушал Иван твоего дедушку. А потом развел руками и говорит, ничего не понимаю, в жизни такого не слыхал. Да не может быть. Опять смеешься. Ох ты, Ирод, Ирод ты окаянный. Чтоб тебе ни разу в жизни солнце не видеть. Во всей Грузии нет женщины, которая умела бы проклинать лучше, чем моя бабушка. Но я совсем не боялся ее проклятий. Да и она сама как-то проговорилась. Когда язык мой проклинает тебя, сынок, сердце благословляет. Чтоб тебе завтрашней зари не увидеть. Чтоб ты умер на руках у своей бабушки, бездельник. Учиться не хочешь? Да, не хочешь? Нет, не хочешь? Ну и расти лоботрясом, чтоб ты сгорел окаянный. Опозорил почтенную женщину. На весь свет опозорил. Когда я, наконец, дождусь твоей смерти, вот приду на твою могилку, сяду и буду тебя оплакивать. Каждый день буду приходить на твою могилку. Пусти меня, недоносок несчастный. Идем домой. Ну, скажи, ну что бы с тобой случилось, если бы ты занимался? Ну что? Что тебе, дураку, мешает? О, Господи! Ну и убирайся, чтоб глаза мои больше тебя не видали. Ты... Здравствуйте, соседи. Добрый день, здравствуйте, Ольга. Добрый день. Иларион Шеварднадзе. Гроза зверей, бог охоты. В деревне говорят, что они созданы друг для друга. Охота для Иллариона, а Илларион для охоты. Налево, Зурико. Ну там же нет зайцев. Не ори, не учи меня охотиться, сукин ты сын. Иди за мной. Мурада, ко мне. Да убери ты подальше свою пушку, а то еще убьешь меня. Я тогда тебе уши оторву. Этот паршивый пес, он что, нас за зайцев принимает, бежит за нами? Скажи ему, чтоб шел вперед. Мурада, вперед! Он устал. За твое здоровье, дядя Иларион. Я ужасно люблю тебя. Нет на свете человека лучше тебя. У тебя большой нос, но твое доброе сердце еще больше. Ну,
А теперь слушай, что я думаю о тебе. Такого человека, как ты, еще не рожала земля. Я старше тебя на 40 лет, но 40 лет назад я был таким же, как ты. Значит, 40 лет назад я был твоим ровесником. Был? Значит, через 40 лет и ты будешь моим ровесником. Буду. Тогда какая же между нами разница? Никакой. Никакой. Какая разница, у кого больше волос на голове, у кого меньше? Никакой. Никакой. Мы с тобой друзья на всю жизнь. На всю жизнь. Ну, тогда за наше с тобой здоровье, Зурико. Зурикела. Что дядя Илларион? Заяц. Где заяц? Не видишь следы? Да это козлиные. Ты еще будешь меня учить, сопляк. А ты что разлегся? Не собака ты, а ублюдок какой-то. Ну-ка, Зурикела, заходи сверху, я снизу, Мурада сзади. Скорей, скорей. Ты не выдашь меня, Зурикела. Ну что ты, Илларион? Не опозоришь на всю деревню. Что ты, Илларион? Ты же знаешь свое ружье. Стреляешь в козла, попадаешь в осла. Дядя Илларион! Дядя Илларион! Дядя Илларион! Что, сынок? Тебе телеграмма. Тебе, Зурикела. Телеграмма. Молния. Про хвост у Зурикела и Иллариону Носатому. Разделяем ваше глубокое горе по поводу трагической гибели Мурада. Когда в следующий раз пойдете охотиться на собак, прошу, захватите меня с собой. Крепко целую вас обоих, ваш опечаленный друг. А, без подписи! Пойди сюда, сынок. Ближе, ближе, не бойся. Кто тебя послал? Он меня убьет, если скажу. А если не скажешь, я тебя убью, ну говори. Или Кочи Гагидзе, он мне 3 рубля отдал и велел мне говорить, как же я могу сказать? А, или Ко, я так и знал. Ну, подожди, кривой черт, ты еще пожалеешь. Илико уже давно ослеп на один глаз. Он смотрит другим, здоровым глазом. И поэтому у него здоровый взгляд на жизнь. Во всей деревне нет человека, который мог бы провести Илико. Вот почему общее собрание единогласно избрало его колхозным сторожем. Здравствуй, дядя Илико. Здорово, Илико. О, здравствуй, дорогой. Пойди сюда. Зурико. Что? Видишь, я перед тобой с виноватым лицом, Зурикелло. Но ты не казнить меня должен, а помочь мне. Прошу тебя, сходи к Илариону, а то он после того случая и знать меня не хочет. А что тебе от него нужно? Завтра у меня гости. Попроси у него 30 литров вина, чтобы он мне продал
Или одолжил? Сам попроси. Зурико, Зурикелло, подожди. Прошу тебя, сходи к нему. Тебе он не откажет, он тебя знаешь, как уважает. Ну, а если все-таки откажет, выведай у него, где кувшин с вином зарыт, и сделай какую-нибудь пометку. Ты что, с ума сошел? Да подожди ты. Тебе пачки табаку получишь. Самого лучшего. 10. 4. 10. Ну, хорошо, 8. 10. А зачем тебе так много? Разве это много? Очень много. Ты себе легкие испортишь. Тогда мне ничего не надо. Я пойду и все расскажу Илариону. Ну, ладно, ночью встретимся. Как только я получу вино, ты получишь табак. Зурикелло! А! Только помни, кто предаст Илико Чигогидзе, тот предатель Родины. Ну хорошо, так чего хочет от меня этот кривой черт? Он сказал, что у него завтра гости, и он просит у тебя литров 30 вина. Ах, у него гости. Угу. Здравствуй, Мэри. Вина ему? Да. 30 литров? Да. А отрава ему не надо? Отраву он не просил. Ну, а вина он от меня не получит. Кукури, ты слышишь? Ну, скажи ему, Кукури. Дай вина, отец, гости у него. Не обижай его, жалко. А нас ему не было жалко, когда он свою телеграмму посылал? Да, это верно. Ну, так и не проси. Знаешь, что он сказал? Что еще? Он сказал, если Иларион откажет, ты на том месте, где у него зарыт кувшин, сделай пометку, а я приду ночью и украду его. Украдет? Да. Зурикелло, шел бы ты лучше домой, да сел за книгу. Хватит морочить голову старикам. Так значит, сегодня ночью? Да. Такой, говорит, ему фокус устрою, что над ним вся деревня смеяться будет. Зурикелло, ты мой друг, и ты мне должен помочь. Не пожалеешь, я не Илико. Идем, идем. Куда, Иларион? Самый большой. Раскапывай. Скорее, Зурикелло. Так он же пустой. Да что ты, там еще полно. Ты нагнись, посмотри получше. Стой! Ох, вы бандиты! Спасайся! Что там, все стрельнули вместе? Кто такие? Вот сейчас прикончу обоих. Это я, дядя Иларион, не убивай! А где второй? Говори, мошенник! Не знаю! Говори, стрелять буду! Не знаю, дядя Иларион! Кто был с тобой? Не знаю! Как не знаешь, когда вы были вместе? Сейчас же засыпь кувшин землей! Но, дядя Иларион! Сейчас же засыпь кувшин! Ты отрыл, ты и закопай, или прощайся с жизнью! Сейчас, дядя Иларион! О, Господи, покарай всех плутов и обманщиков! Иди, спошли гром и молнии на голову Ларионовича в обмане! Целиком Шаламиме. Кто ты? Говори свое имя, не то мозги вытряхну. Это я, Илико. Убери ружье, не бери греха на душу. Нет, ты не Илико, подонок ты. Что ты там потерял на дне моего кувшина? Заживо хоронишь, Иларион. А ну лезь обратно, вот сейчас закупорю тебя, через месяц перегоню на водку. Да что ты, дядя Иларион, команда нужна такая вонючая водка. Продал меня, Зурикелло, как козу продал. Лезь, кувшин. А когда ты нам на охоту свою телеграмму послал, нам тогда хорошо было? Вот теперь сиди и задыхайся. Выпусти меня, Иларион. Выпустим его. Пусть сдается. Согни палец. Даешь, Илико? Сдаюсь. Ну, так и быть. Сдаюсь, вот палец огнул. Помоги ему встать, Зурико. Ну что, кривой черт, не удалось тебе меня дурачить?
С тобой связано. То-то же. Постой, постой, куда ты так спешишь? А благодарность твоя где? О, спасибо. Большое тебе спасибо, век не забуду. На кой черт нам твое спасибо? Зурикелла, раскопай тот кувшин. Лучше давай выпьем. А и отстанет меня. Не сердись, мой дорогой Илико. Ну что тут смешного? Леки аши сами с моим мушавом до конца. Мушаво баскарки конда до захода на весово. Хватит уже, бабушка. И Амирану тоже волосы сбреют? Конечно. Жалко, такие красивые. Мало ли, что красивые в армии так полагают. Зурикелла, присмотри тут за этими палочками, чтоб шакалы их тут не загрызли. Все шакалы уезжают, кого им теперь бояться? Будь молодцом, Надар. Не волнуйтесь, не опозорю вас. Берегите мать, помогайте ей. Хорошо, папа. Ведь ты вернешься. Вернешься. Обязательно вернешься. Я буду ждать тебя, Мира. Не уезжай, папа. Ну как мы будем без тебя? Не плачь, дочка. Я скоро вернусь. Вот увидишь, вы и соскучиться не успеете. Помни, что у тебя есть мать. Береги себя. Будь осторожен, сынок. Хорошо, стой, я день и ночь молюсь о тебе. Где нас победы, Зурикелла, слышишь? Не забывай меня, не Надар. Не будь твой сын, если я не привезу тебе голову Гитлера. Нет, сынок, ты уж лучше мне свою Береги голову себя, принеси. Слышишь? Твоя голова нам с тобой больше пригодится. А Гитлер, пусть он околеет. Не волнуйся, отец, я вернусь, непременно вернусь. А нас не беспокоит, все будет в порядке. Только пиши почаще. Пиши мне почаще, слышишь? Не жалей бумаги. Поешь дороги. Да не ставь, держи в руках, а то кто-нибудь тебя достанет. Да ладно, мама, не беспокойся, все будет в порядке. Чигагидзе! Тебя, Бог. Счастливого пути, возвращайтесь с победой. До свидания. До свидания. Шеварднадзе. Шеварднадзе! Да благословит тебя Господь, мой мальчик. Ну, хватит, иди. Смотри, они уже уехали.
Скорей, кукури, а то война кончится! Не подставляй голову под пули этим разбойникам! Так неожиданно ушли из моей деревни мир, покой и счастье. Опустела деревня. Остались одни мы, женщины, старики и дети. Ну, теперь песенка Гитлера спета. Ты узнал что-нибудь новое? Застряли под Москвой и не с места. А насчет второго фронта как? А куда им спешить? Ох, и хитрая бестия, это Англия. Говорит Америке, брось ты этот Советский Союз, лучше мне помоги. А Америка что на это? Ну, не твое, говорит, дело. Да, вот еще. Германия говорит Турции и Японии. Ну. Как только я подойду к Волге, вы сразу же и ударьте. Ох, что-то мне не нравится поведение Турции за последнее время. Ты что, Турцию не знаешь? Только почует, что у Германии дела плохи, сама ей войну объявит. Да что ты, правда? Вот тебе я, вот тебе Германия. Отрежь мне этот ус, если будет не так. А Япония? А что Япония? Германия ей говорит, начинай, чего смотришь? А Япония ей, а ты что застряла под Москвой? Ведь если я начну, мне только в море отступать. А Германия что на это? Три раза передавала по радио, что Волгу переплыла. Врет. Да разве Японию проведешь? Она тоже не дура. Нет, песенка Гитлера спета. Ну и слава богу. Ясно как день. Я вчера стихи написал. А? Что ты написал? Стихи про войну. А ну-ка расскажи, сделай милость. Правда, расскажи. Фашистская Германия полками на нас обрушилась. Смела все вокруг, как будто прошел по земле ураган. Своими танками, пушками мы их, как гадов, раздавим. И я сам, если будет нужно, фашистам в горло вцеплюсь. Очень громко написано. Это дело поправимое. Их можно и потише читать. А вот что с ним теперь будет, ты мне лучше скажи. А твоя бабушка знает, что ты начал стихи сочинять, а? Пока еще нет. И не говори ей, сынок. Ей без того не сладко живется.
Есть у тебя еще что-нибудь? Есть. Про любовь. О, про любовь, это интересно. Ну, расскажи. Давай, давай, не стесняйся. Говори, говори, Зурикела, мы тебя слушаем. Говори. Ночь, луна, снег и ветер, я брожу среди ненастья, я один в целом свете, слезы льются от счастья, и не сплю, и не ем я, ошалел уж совсем я. Ну, что ты скажешь? Последняя строчка очень хорошая. Видно, что эти слова прямо от сердца идут. Подожди, ты сказал стихи про любовь. Ну, а тут про любовь ни слова. Стесняется человек. Постой, постой, стихи надо обсудить. Сначала ты говоришь, ночь, луна, снег и ветер. Это как же, все сразу? Слушай, дорогой, если тебе не спится, если снег и ветер, если весь мир рушится, так почему у тебя слезы льются от счастья? Чему ты, дурак, радуешься? А, что вы понимаете в стихах? Темнота. Я знаю, когда человек начинает сочинять стихи. И со мной в его возрасте такое было. Ничего, сынок, не робей. Сочиняй на здоровье свои стихи, раз тебе так хочется. Эй, если девочка, в которую ты влюблен, такая же глупая, как ты, то ей обязательно понравятся твои стихи. А не понравится, ты не горюй, значит, она не дура. Сочиняй, сыночек, сочиняй стихи. За это тебя никто не расстреляет. Нормально концентрация называется отношение одного грамма элемента к одному литру раствора. Нормально Чигогидзе. Ага, садись. Каландадзе. Как, вы меня уже вызывали? Ага, садись. Долидзе. Долидзе заболел и пошел домой, а Центерадзе, Бурчуладзе, Чкони, Никидзе, Коридзе и Глонти пошли его провожать. Вы бы уж тогда всем классом пошли. Мы хотели, но на нем места не осталось. Не за что было уцепиться. Очень остроумно. У доски ты не такой находчивый. Башаламидзе. Башаламидзе. Зурико. Да, я здесь. Да, ты здесь, но это все равно, что тебя здесь нет. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Это про него сказано. Каландадзе, выйди из класса. Но там холодно. Что я сказал? Башаламидзе, к доске. Итак, что у нас задано на сегодня? Свойства соды и способ ее получения. Соды, ее получения и применения. Так, расскажи о применении соды. Сода применяется в хозяйстве и промышленности. Существует много способов применения соды. Например? Надара, эй, Надара. Ну? Каландадзе, вон! Итак, продолжай. Ну, соду... Например, дядя Лико высунет язык, насыпет на него соды и прямо так глотает. Прямо так? А Илларион Шеварднадзе, он берет одну чайную ложку соды на стакан воды,
размешивает ее и выпивает. С похмелья. А вот моя бабушка... Ну, хватит. Вон из класса. Я, конечно, могу уйти, но кто же тогда здесь останется? Кто живет с ним рядом? Я живу с ним рядом. Отнесешь записку его бабушке. Вашаламидзе, не возись. Выходи. Везет же людям. Доборджинидзе. К доске. И тебя вытарили. Все из-за тебя. А я тут при чем? Это ты сидишь на уроке, как пень. Думаешь, я не вижу, что ты влюблен? Ха, в кого это? В Мэри. Замолчи. Еще одно слово, и я тебе уши оторву. Да уже весь класс об этом знает. Это не ваше дело. А чего ты злишься? Хочешь, я и скажу, что ты в нее влюблен? Балда. Нужно будет, сам скажу. Эй, объясняться в любви, это тебе не урок отвечать. Тут без письма не обойдешься, уж я-то знаю. А ты что, уже писал? О, сколько раз. Тогда научи меня, а? Пожалуйста, на. Пиши. Ах, моя дорогая, моя несравненная, отрада души моей. Подожди, подожди. Ну, давай. Моя дорогая, моя несравненная, отрада души моей. Это он тебе пишет, Ольга? Да, мне, представь себе. С тех пор, как я увидел тебя впервые, я познал абсолютную истину красоты. Когда же это он меня видел, окаянный? Я познал тебя как апогей душевных мук и апофеоз эстетических наслаждений. Вот это место я что-то не пойму. Эх, Ольга, в любви сам черт не разберется. Меня сводят с ума твои глаза. А мои глаза? Господи. Подумать только. Ресницы, талия, жемчуг твоих зубов. Ну где у меня зубы, будь он против? Да, тут он немного перестарался. Бабушка Ольга. В общем, ты свела меня с ума. Бабушка Ольга. Нет, тут что-то не так. Ну что тебе, Мэри? Ну разве можно так человека с ума сводить? Что это ты за письмо мне принесла? Учитель велел мне передать вам записку. Вот она. А то какая-то другая, я даже не знаю, откуда она взялась. А ну-ка, Илларион, прочитай. А, прошу вас явиться в школу в связи с недостойным поведением вашего внука. Негодяй, автолоботряс паршивый, что мне каждый день в школу ходить, да? Голову тебе мало оторвать, лотарь несчастный. Так его, Ольга, так его. Пусти. Мэри! Мэри, это все Ромули. Я не хотел. Я не знал, что так получится. Разве так шутит Дурико? А я не шутил. Мэри, ты теперь думаешь, что я плохой? Нет. Тебе холодно? Да. А мне совсем не холодно. Мэри. Что за реку? Вон под тем деревом похоронен мой Мурада. Я знаю. Я очень любил Мурада. Очень. Его бабушку Илико и Иллариона я люблю больше всех на свете. Я знаю за реку. Я с ним разговаривал как с человеком. Мы с ним прекрасно понимали друг друга. Он понимал меня, а я его. Когда Мурад умер, я просто чуть с ума не сошел. Правда. От любви человек может сойти с ума. Это так, Мэри. А ты ведь знала, какой был мой Мурад, да? Конечно, Зарико. А тебя он очень любил. Очень. Он мне всегда говорил,
Мэри хорошая девчонка. Такой девчонки, как Мэри, больше на всем свете нет. Мэри лучше всех. И таких глаз, как у Мэри, нет ни у кого. А какая она умная и добрая, Мэри. Мурада очень, очень любил тебя. Почти как меня. Даже еще сильнее. На меня он иногда рычал, а вот на тебя никогда. Ты ведь тоже любила моего Мурада? Да, Зурико, очень, очень любил. Тебе тепло? Тепло. Мэри, знаешь что? Что, Зурико? Свой снег, был ветер, была луна, и солнце было, и любовь, и много-много снега. Напрасно смеялся Илико. Если, говорит, на свете снег и ветер, и мир рушится, чему же ты радуешься, дурак? Все было, и снег, и ветер, и луна, и солнце, и мир рушился, и я был счастлив. Тебя Магарыч, Ольга. Вот агитатора тебе привел. Здорово, Зурикела. Здравствуй, Георгий. Здравствуй, здравствуй, Ольга. Сынок, здравствуй. Снимай шинель. Да нет, я снимай, ненадолго. Снимай. У меня еще куча дел. Ну, что нового, агитатор? Как дела на фронте? А сейчас узнаешь. Наступление противника приостановлено. Гитлеровский план молниеносной войны провалился. Это мы еще в январе в газетах читали, а теперь уже февраль. Ты что-нибудь новое скажи. Ради бога, Ольга, не надо лишнее все. Ах, если так я уничтожу. Что ты, я пошутил? О, Илико Кривой, тушь Зурикела. А теперь слушайте меня внимательно. У меня к вам очень серьезное дело. Ну-ну. Слушаем. Товарищи, наша социалистическая родина в опасности. Вероломный враг своими кровавыми лапами вцепился в нашу священную землю. Наша Красная Армия героически атакует. А почему ты с нами как ходячая газета разговариваешь, несчастный? В чем дело? Говори прямо. Что нужно? Ну, конечно. Да вот, понимаете, мы подарки собираем для наших бойцов. Может, и вы поможете, а? Так бы сразу и сказал, сынок, а то развел только не тебе. Подожди, Ольга. А ну-ка скажи, какие нужны подарки? Да разные. Фрукты, чурчхелы, шерстяные носки и другие теплые вещи. Сегодня у нас что, четверг? Да. Так вот, в понедельник целый вагон подарков от нашей деревни пойдет прямо на фронт. Ну, если что надумаете, приносите сюда к Ольге. А наши ребята придут и заберут все. Ну, я пошел. Постой, постой. Ну, выпей на дорожку. Мир и счастье этому дому. Будь здоров, Илико. Просто огонь. Я пошел. Всего вам хорошего. У меня? Ну, какое у меня есть добро? Никакого. Вот разве что бурка. Она висит там, за дверью. Зурикела, ну-ка принеси ее сюда. Ну, чего ты на меня глаза вытаращил? Я сказал, принеси. Мир не перевернется, если такой старый хрыч, как я, не будет ходить в бурку. Я могу прекрасно и в этом зиму проходить. Да и весна уже скоро.
Илико Кривой, позор тому богу, который лишил тебя глаза. Я всегда знал, что у него доброе сердце. Но я не знал, что в этой маленькой чахлой груди просто чистое золото. Я сейчас. Знаете, куда он пошел? Куда? Домой. У него есть пара новых сапог. Он сейчас их притащит. Вот увидите, притащит. Сегодня ко мне приходил почтальон. Принес извещение. Кукура погиб. Что ты болтаешь? Как у тебя язык повернулся? Не могу, говорит, нести похоронную Илариону. Отдай ты. О, Кукури, сыночек, какое несчастье. Под Керчью погиб, бедняга. Что будет с Иларионом? Это уже седьмой в нашей деревне. А Иларион ждет. Дни считает, вот вернется его сын. А теперь узнает, кончился его род. О, Господи, покарай этого Гитлера. Накажи этого проклятого убийцу. Истреби весь его род до седьмого колена. Ой, сыночек, Кукури. А вдруг это ошибка? И он жив. Так тоже бывает. А если нет, все равно пусть отец ждет его. Человек надеждой жив. Смотри, Зурико, не проболтайся. Ты понял? Ночь не спала бабушка. В ту холодную ночь она вязала носки для далекого незнакомого ей солдата. В ту ночь не спал Илико. В ту ночь не спал и я. И только Илларион спал спокойным, безмятежным сном. Чуть не весь обошел, и жизнь хороша, и жить хорошо. Ты что, опять стихи сочиняешь, да? Да нет, мы к экзаменам готовимся. А, ну молодцы. Здравствуй, Мэри. Здравствуйте, дядя Илларион. Ну как идут дела? Пока ничего. Сегодня экзамен остался. И ты тоже собираешься в Тбилиси? Нет, дядя Илларион, я здесь остаюсь. О, тогда все в порядке. Значит, он далеко от нас не убежит. Я здесь, сынок. Что случилось? Дядя Илларион, война кончилась, война кончилась. Что ты сказал? Война кончилась. Что вы не понимаете? Подойди сюда, сынок. Подойди, подойди, не бойся. Это Илико Кривой тебя подослал. А ну, признавайся. Аттестаты зрелости нам вручали в торжественной обстановке. В президиуме сидели наши учителя и родители отличников. Бабушка в президиуме не сидела. Я так и не успел стать отличником. И все-таки она с волнением и гордостью ждала той минуты, когда ее образованному внуку при всех торжественно вручат аттестат.
Дорогие товарищи родители, дорогие товарищи ученики, сегодня у нас с вами, товарищи, исторический день. День окончания школ. И вот сейчас, с аттестатом зрелости в руках, оставив родную школу, вы выйдете на дорогу. Широкую дорогу знаний, которая приведет вас к недосягаемым вершинам науки. В нашей стране перед молодежью открыты все двери. А каково, товарищи, положение в капиталистических странах? Разумеется, наоборот. Дорогие товарищи, когда на нашей планете впервые возникло человечество, когда человек научился разговаривать, он сказал «здравствуй». Так пусть же здравствует. В своем вступительном слове директор школы кратко обрисовал общечеловеческое значение среднего образования. Потом он сказал, что мы с сегодняшнего дня самостоятельные люди, что школа дала нам все, что могла, и что с этого дня мы можем вести себя, как нам заблагорассудится, даже ходить вверх ногами. Мэри Александровна Сихарулидзе. Поздравляю с отличным окончанием средней школы. Зураб Владимирович Вашаломидзе. Не подкачай, Зурикела. Ну, слава богу, дожили. Получай, бабушка, аттестат зрелости. Зрелости. Молодец, молодец, Зурикела. Ну-ка, посмотрите, это правда его аттестат? О, господи, а чей же еще? Не видишь одни тройки? Спасибо, что хоть такой получил. Мой дорогой Зурикела, слава тебе, Господи, все в порядке. И печать. Зурикела, на кого ты теперь думаешь учиться? И думать нечего, мой внук станет доктором, только доктором. Я постарела, и за мной нужен уход. А по-моему, лучше, если он станет судьей. Вот наш судья, например, Валяко Бодрица, приехал сюда в разных галошах, а теперь ты его видела, какой он стал? Пальто кожаное, шляпа, резиновые сапоги. А ты-то сам куда собираешься, беспутный, а? Я на артиста хочу учиться. Сохрани бог, даже не заикайся. Что еще выдумал несчастный? Эй, постойте. В чем дело, Иларион? Что, по-вашему, он так и поедет в город, таким голодранцем? Надо что-то придумать, обсудить и решить. А чего тут обсуждать? Все ясно. В городе ему нужно где-то жить? Нужно. Одежда ему нужна? Нужна. Есть ему нужно? Ну, нам все это нужны деньги, а где их взять? Что делать, сыночек? Пакизо. Ее можно продать, а? Пакизо? Да, Пакизо. Пакизо? Пакизо. Нашу корову. А знаешь, здорово. Это ты сам придумал, а? Замечательно. Так, голова. Ай да Илико кривой. Как это в голову пришло? Да кто ее купит? Одна кожа да кость. А что, по-твоему, кожа денег не стоит? Ну, как за козу за нее заплатить? У нас с бабушкой Илико и Илларионом одна общая корова. Наша Пакизо. Она живет на свете с незапамятных времен. Если Пакизо не одних лет с бабушкой, то, по крайней мере, ровесница Илико. И вот сейчас, прибранная как невеста, раздутая от соленой воды, которой мы ее напоили, Пакизо идет с нами на рынок. Жалко тебя, Пакизо, но что поделаешь? По решению высшего семейного совета ты должна стать жертвой моего образования. Сдохла. Да нет, дорогой, немного вздремнула. Всю ночь не спала. А-а-а. Сам он дохлый.
Что же вы сидите? Так мы до завтрашнего утра не доберемся. Хоть бы скорее стемнело, мы бы ее на спину взвалили. Ну, хватит сидеть. Помогите мне. Давайте, Илларион, давайте. Иди. Журикела, вставай. Журикела, бери ее за хвост. За хвост бери. Ольга, лучше ты бери за хвост. Хорошо, а ты, Журико, отойди. Тащи ее за рога. Ага, бери за рога. Так. Вот так вот. Забыли, что ты рыскаешь, а то дать бы ей понюхать. Знали, о, Господи, что ты такая дождятина. Еще немножко. Тащи. Давай, вот так вот. Ноги, передние ноги сюда. Давай, вот откуда вот такая тяжесть? Вот. Что же такое? Пакиза, дорогая, встань, а потом все, что хочешь, пройти. Ты же не такая еще старая. Чего ж ты так раскисла? Стоп, стоп, пошла. Хорошо, вперед. Пошла, пошла. Пошла. Стойте! Стойте! Подождите, что я забыла ее подоить! Да что ты, разве можно ее останавливать? И так еле с места сдвинули! Что же с ней теперь будет, замучается несчастная? Илларион, постой! Не останавливайся, Илларион! А я говорю, остановись! Не слушай ее, Илларион! Гони дальше! Дальше гони! Стой! Стой, стой! Стой, остановись! Остановись! Будь человеком! Фу, ты, черт бы его подрал! Зарекела, смотри, в городе будь осторожен, там не то, что в деревне. Эй! Эй! Ну, да, я тебя попрошу. Эй! Слушай, дорогой, остановись, пожалуйста. Остановился, Зарекела. Ну, теперь все хорошо. Осторожно, сыночек. Смотри, чтобы она тебя не легнула. Довези его, пожалуйста, до города. Это наш Зурико учиться едет. Хорошо его довези, я за мной не пропаду. Зурико. Ну, хватит, приедешь, полезай в машину, полезай. Благословить тебя Бог, сыночек. Ну, будь здоров, Зурико. Счастливого пути, Зурико. Полезай, полезай. Не теряйся, Зурикела, смелее. Счастливо доехать, сыночек. И помни, мы на тебя надеемся. С городскими ребятами ставить. Гражданка, выходите. Товарищ, выходите. Это будет посвободнее. Так же нельзя. Не создавайте беспорядок. Эй, убери ногу. Слышишь, с моей головы ногу убери. У меня чистые ноги, дяденька. А, ну тогда и другую поставь. Откройте окно, ведь так же задохнуться можно. Где мой чемодан? Чемодан украли. Да вот он. Ну что, криво поднимайся. Придется нам по очереди дышать, а то Тбилиси воздуха не хватит. Не понимаю, почему раз, все места уже заняты? Раз. И мое занято, ведь у меня билет. Ну и держи его покрепче. Гражданин, не толкайся. Полезай скорее, пока не занят. Скорее, это я сам делю. Эй, куда здесь черт денег?
студенческая пора. Самое счастливое время в жизни человека. Тот, кто не был студентом, никогда не поймет вкуса хлебной корки, натертой чесноком, все прелести тройки, полученные на экзамене по заранее украденному билету, утренней прохлады после бессонной ночи, и цену друга, и боли расставания с ним, и чувство огромной гордости, что ты, сидящая на лекциях ничтожная личность, какой-то там Зурико Башолумидзе, стоит тебе выйти на улицу, становишься самым важным гражданином этого города, студентом государственного университета. Они потому и называются иероглифами, что состоят не из букв, а из знаков, изображающих... Да что ты, неужели? Вот уж никак не думала. Да, представь себе, получил 5. Ой. Извините, можно спросить? Да, пожалуйста. Как мне найти Зурико Башолумидзе? Кого? Зурико Башолумидзе. Не знаю. На втором курсе. Я его не знаю. Такой высокий, красивый, неужели нет, не нет. знаете? Спросите еще у кого. Извините. Дядя Ларион! Зурикелла! Мальчик мой! Дядя Ларион! Как поживаешь, дядя Ларион? Как дела в деревне? Как бабушка, как Илико. Подожди, дорогой, дай отдышаться. Знакомьтесь, это мой дядя Илларион. Здравствуйте, здравствуйте. Это самый дядя Илларион. Да, да, то самое. Илико нам очень много о вас рассказывал, мы так смеялись. Эй, Зурикелла, что это ты нашел во мне смешно? Ай-да, легкиянщи мужчавов, ден сами дмани анастав. Ladiko asalu kwaze absenta damana savo delia onanina o delia zado o delia na na savo onanina. Мне пора домой, дядя Ларион, поздно. До свидания, милая, до свидания. До свидания, Наталья. Городская, как хорошо наши деревенские песни поют. До свидания, Я скоро приду, дядя Ларион. Ага. Вот моя кровать, ты ложись. Ага. Пока. Нет, нет, мы еще пока. Попоем пока. Немного. С дядей Ларионом у нас так здорово получается. Извините, один момент. Получается? Получается, сынок, получается. Зурико, ты любишь гулять ночью? Люблю. Хорошо, если бы утро никогда не наставало. Почему, Цири? Так, ночь красивее, чем день. Ну уж не влюбилась ли ты в кого-нибудь? Да, влюбилась. В небо, в звезды. Вот в это дерево. Не веришь? Хочешь, я его поцелую? Сумасшедшая. Наверное. А ты? По-моему, нормальный. Нет. Ты слепой и глухой. А что нет? Вот смотри. Ты меня видишь? Представь себе, вижу. И слышишь. Сыночек, ты теперь ученый человек, большой авторитет и имя у тебя в Тбилиси. Пришло в нашу школу письмо из университета. Не нахвалятся тобой учителя. Молодец, сыночек. Знала я, что ты удивишь мир.
твоей бабушке ничего на свете не нужно, только бы ты был счастлив. Тебе скоро 20 лет. Через год подыщу тебе невесту. Кто же, как не я, будет качать люльку твоего сына? Потом я умру, и ты понесешь меня на кладбище. Но чтоб слез на твоих глазах я не видела. С песней и весельем похорони меня, сынок. Я свое дело на земле закончила. Корова Илико принесла твоих телят. Архип скуластый отдал Богу душу. Матрёна наконец-то выдала замуж свою черномазую Маквалу. Привет тебе от Мэри, от всех. Целую тебя, твоя бабушка Ольга. С Иларионом очень плохо, сыночек. Жалуется на боль в глазу, измучился бедняга. Не случилось бы с ним беды. Собери профессоров и помоги ему, сыночек. Нет, не такой уж дурак Илико, чтобы не отличить стеклянный глаз от настоящего. Что? Да нет, ничего. Илариона не столько огорчала потеря глаза, сколько беспокоила предстоящая встреча с Илико. Ведь он сам всю жизнь дразнил Илико кривым. Как теперь он посмотрит ему в лицо? Бабушка! Сынок, Зурико, наконец-то! Наконец-то! Ну как тебе не стыдно? Совсем забыл свою бабушку. О, Господи, худой какой! Совсем как сушеная слива. Бабушка! Сыночек, мальчик, приехал. Ну, слава богу, наконец закончил. Что ты, бабушка, мне еще 3 года учиться. О, бедная твоя бабушка. Ты что, должен учиться один за всех? Черт бы побрал твоих учителей. Что это за изверги окаянные? Скажи им, у меня бабушка больная, старая, нельзя ей одной так долго. Может, тогда они тебя побыстрее... Хорошо, обучат. Бабушка, скажи. С ума они сошли 3 года. Ольга, ну поздоровайся и со мной, наконец. Ой, прости меня, Иларион, из-за этого чертенка я тебя даже не заметила. Ну как ты, дорогой? Расскажи, как твой глаз? Мучает он тебя? Как он может меня мучить? Нет у меня глаза. Что ты болтаешь, несчастный? Думаешь, я уж совсем ничего не понимаю. А это что, разве не глаз? Ну, что тебе сказать, Ольга? Такой же, как у того коршуна, что висит в Илико на стенке. Разве это глаз? О, Господи, что ты говоришь? Неужели стеклянный? Да, стеклянный. Ну и пусть. Главное, ты жив и здоров. И мы все тут рядом с тобой. Ты с одним глазом больше других увидишь. Ну, заходи, да заходи. Да нет, устал я. Ничего, ничего. Бери чемодан. Посидим, поговорим, идем, дорогой. Ольга! Илико пришел. Уже тут принесла нелегкая. Про глаз ему ни слова. Боже упаси. Дядя Илико! Ничего, Илья. О, профессор, почтение! Илико. Ну, как дела? Смотри, какой вымыкал. Здоров, как быть. А что? Как зверь. А ведь был совсем сосунок, телок деревенский. Ах ты мой дорогой Зурико. Наверное, всех тбилисских профессоров с ума свел. О, Илариону привет! Что же это вы? За все время ни одного письма, как не стыдно. Здравствуй, Илико. Здравствуй, Иларион. Ну, садитесь, рассказывайте, как там в городе, что нового, как с продуктами. Дороговизна, дешевизна. Слушай, ты тарань мне привез? Ой, прости, я забыл. О чем же ты думал, сукин ты сын? Иларион, что он там делал? Он хоть учился чему-нибудь? Книги у него в руках я не видел. Наверное, он все наизусть запоминает. Ну, выпьем, друзья мои, за ваш приезд. Да у вас совсем совести нет. Думал, приедете, расскажете мне новости, а вы как волки меня встретили. Разве друзья так поступают? Ноги моей здесь больше не будет. Дядя Рико, не обижайся, мы просто устали.
Я так обрадовался, что вы приехали. Бежал, торопился. Или вы думаете, я пришел к вам ради этого уксуса? Знаем, знаем, зачем ты пришел. Ну, скажи, зачем я, по-твоему, пришел, паршивый твой язык? Ну, что же, Лико Кривой? Давай, выкладывай, теперь я в твоих руках. Ну, начинай, кусай меня, ешь с потрохами. Вот он я весь перед тобой. Господи, рехнулся несчастный, совсем бешеный. Чем ты его там опоил? Дядя Золотого Лико, успокойся. Человека послал я к тебе в Тбилиси, а ты мне кого привез? Какого-то ненормального. Не надо, дядя Лико. Он ничего не заметил. Идем, дядя Илларион. Ну, давайте выпьем. За наш приезд, о, за нашу встречу, дядя Лико. Это другое дело. А то совсем напугали одноглазого старика. И не жаль вам меня. Ну, за ваш приезд, за нашу дружбу. Ну, будьте давай. Здоровы будь и здоров, счастливы, Лико. Мои дорогие. Будь здоров, Зарикело. Чемодромаром Дангеба, шашвитлем голова сон. Катиром гагари в небо, солдаты взял рова сона. Скинди вели там хорнива, вилиш гакрачу не маво. Варишь нем си с дома милас, варишь чапачу не маво. Зурикела, открывай ворота. Илико, дорогой мой. Ты не знаешь, как я тебя люблю. Знаю, знаю. Знаю, Илларион. Я для тебя дороже собственного ока. Пить хвалищава, Михварс, пилишь, как рачу небо. Илларион! Чего тебе, кривой черт? Не забудь на ночь свой глаз в стакан положить. Что? Ничего. А ну, подбеги мне своим новым глазом. Подбеги, подбеги. Или хочу кукицей. Да-да-да-да. Почаще повторяй мое имя, а то забудешь. А вообще-то тебе повезло. Ты ведь любишь охотиться. Тебе не придется глаз закрывать. Стреляй себе на здоровье, бей собак. Перебей всех собак в нашей деревне. Смотри, ни одной не пропусти. Или хочу кукицей, не вводи меня в грех. Иларион Шаварднадзе, не подходи. Не то разобью твою стекляшку, потом лови меня за хвост. На, закури. Ну, бери, тебе говорят. Я чуть жизнью не простился, когда узнал о твоей беде. Пусть у меня и второй глаз потухнет, если я неправду говорю. Да и не могло быть иначе. Твое несчастье – это мое несчастье. А твоя слепота – это моя слепота, это же всем ясно. А он обиделся, чудак этот, вот не думал. Ты ведь зовешь меня кривым, я-то не обижаюсь. Подумаешь, горе один глаз. Кутузов тоже был одноглазым, а всю землю насквозь видел. Лучше всех все видел. Не то, что один. Оба глаза потеряем, и то не пропадем. Возьмемся за руки и пойдем шагать по этой земле. Сами не сможем, этот мальчик поведет нас. А ты нос повесил, эх ты! Илико. Что, Иларион? Вот, возьми тарань. С вином и мамалыгой хорошо. Да, очень хорошо. Это я тебе привез. Я знал, что привезешь. Подожди, нам по дороге. Бабушка Ольга! Одолжите нам, пожалуйста, сито. Иди возьми, ты ведь знаешь где. Ешь, ешь. Не хочешь. Открывай рот. Пей, я тебе говорю.
Здравствуй, Мэри. Здравствуй, Зарико. Спасибо, бабушка Ольга. Садись, Мэри. Я очень спешу. Проводи ее, сынок. Зачем меня провожать? Не нужно. Тебе не нужно, а ему нужно. Проводи, проводи ее, Зарико. Зарико. Вон под тем деревом похоронен мой Мурада. Я знаю. Он тебя очень любил, мой Мурада. И он никогда не рычал на меня. Он всегда мне говорил: Мэри хорошая девчонка. Такой девчонки, как Мэри, нигде нет. Мэри красивая девчонка. Таких глаз, как у Мэри, нет ни у кого на свете. Мэри очень добрая и умная девчонка. А ты любила моего Мурада? Да, Зарико, я очень любила Мурада. Непостижимой скоростью убегало время. Счастливая пора студенчества кончалась. Теперь дни уже не были похожи друг на друга, как испеченные в золе лепешки моей бабушки. И вот настал этот день. Вон, кажется, туда. У кого билеты? У Циры. Этот наш. Проверь, Цира. Посмотри, следующий. Ты не забыла? Ну как, на месте? У тебя? Здесь, здесь. Дальше. Этот наш. Цира, Цира, вон наш вагон. Дальше, 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 дальше. Дальше, дальше. Нет, нет, дальше. Дальше. А, следующий. Этот! Вы что, решили второй раз кончать институт? Давайте скорее! Разве это? Помоги мне. Давай. Давай сюда. Зарико, дай чемодан. Я займу место для Циры. Thank you.
Что, Цира? Значит, ты все-таки в деревне? Да. А ко мне ты приедешь? Почему ты молчишь? Зурико, почему ты мне не отвечаешь? Зурико. Цира, ты очень хорошая девушка. Ты мне это уже говорил. Цира, ты меня не любишь. Ты, это тебе только кажется. Уверяю тебя. Что ты, Зурико? Цира, я не верю, чтоб такая девушка, как ты, могла меня полюбить. Ты лучше меня. Теперь я понял, Цира. Теперь я все понял. Мне и самому иногда казалось, что я люблю тебя. Но это неправда. Это нам только казалось. Я должен был сказать тебе это раньше. Но я сам не мог разобраться. Не знаю, от чего так бывает, но я люблю другую. Больше всех на свете. Ее зовут Мэй. Я люблю ее. И буду любить всю жизнь. Вот и я. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй. Что случилось? Вчера ей стало плохо. Думали, до утра не доживет. Ты телеграмму получил? Какую телеграмму? Мы послали. Очень уж худо ей было вчера. Подожди, она уснула. Илларион, мне мерещится, или я слышу моего мальчика? Это я, бабушка. Мой дорогой сыночек. Родной ты мой. Сердце твое почуяло. А ты как думал, бабушка твоя вечно будет жить? Что ты, бабушка? Пришло мое время, сыночек. Больше уже не встанет твоя бабушка. Ничего не поделаешь, пора. 80 лет беспокоила я эту землю. 80 лет не шутка. А все же не насытилась я жизнью. У человека жадное сердце. Все ему мало, сколько бы ни жил на свете. Стыдно признаться, мой сыночек. Но хотелось бы мне пожить еще хоть немного, да вот не суждено. Что ты, Ольга? Ты еще десяток таких, как мы, переживешь. Илларион Шеварднадзе, сначала вытри слезы, а потом шути. Мой сыночек закончил свое образование. Да, бабушка. Теперь слушай меня. Вот видишь их, Илико и Илариона. Ты не теряй их, сыночек. Слушайся их во всем. За то добро, что они для тебя сделали, ты никогда не сможешь им отплатить. И не обещай. Просто люби их, как они тебя любят.
Ну-ка, Илико и Иларион, выйдите. Оставьте меня с моим Зурикелло. Иди ко мне, сынок, я тебя поцелую. Мальчик ты мой родной. Ну, иди. Иди, Зурикелло. Оставь меня одну. Иди, мой мальчик. Иди. Господь всемогущий, Господь всесильный, Мать Пресвятая Богородица Дева Мария, не оставь своей милостью мою плоть и кровь, моего Зурикелла и его потомство. Протяни ему руку в беде, освети ему мрак, и дай вечные годы. Я возьму к себе Илико и Иллариона, и мы заживем все вместе. Я, Илико, Илларион и Мэй. У меня будет много детей, внуки и правнуки, и еще их дети, и все село это будем мы. Потом нас будет еще больше, и весь мир это будем мы. Мы это весь мир, и мы никогда не умрем, не иссякнем. И не будет нам конца.